Ничего ты не знаешь. Пять часов утра, мило. Чего ты от меня хочешь? Золотой конкретный вопрос. Чего ты от меня хочешь? А чего хочешь ты? Это мой вопрос, я тебя первый задал. Все. Никто не выйдет из этой квартиры, пока мы не закончим тут все наши дела. Ты не поддерживаешь ни одной моей попытки войти с тобой в контакт. Я благодарил тебя. А ты вместо того, чтобы принять мою благодарность, кричишь на меня из-за твоей наглухо закрытой двери. Попытка номер два. А что сейчас происходит, дорогая моя? Хочешь моей смерти? Хочу. За 7 лет просранной мною жизни я вообще не думал об этом. Думал. Не думал. Думал. Не думал. Сделай ты этот шаг мне навстречу. Будем на одной стороне. На твоей, да, милая? 7 лет я ищу твоего понимания. Я не могу отодрать. Ого. Хочешь меня, милая? Я хочу стать святой. Чё? Вот такой план. Ты хочешь, чтобы я на этой кухне сделал тебя святой? Ненавижу! Да, милая, да! Это метафора!